Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Max Payne. В прошлой серии мы замочили одного из, ну, таких шишек банд. Так, ну, во-первых, сначала Винни Гогнити, а это в позапрошлой серии, а в этой серии завалили Люпина, который был там как волчара. Короче, замочили мы его с Ингрэма, прямо в курдак ему там посадили штук 30 пуль в упор. Ну и встретили Мону, которая является близняшкой сестрой Лизы, а Лиза у нас, как известно, жена Пунчинелло, того самого Пунчинелло, которого мы собираемся завалить из чувства мести уже сколько лет. Но Макс уже явно съехал с катушек и собирается довести свое дело до конца. Что ж, Макс сделал ошибку, когда поверил Моне и выпил с ней виски. Мона подмешала, скорее всего, валькирин в виски, и у Макса начались глюки. Собственно, на этом мы прошлую серию закончили. Что ж, давайте продолжим. Часть вторая, холодный день в аду. Ой, так что тут я помню, тут вообще глюканы были. Я так понимаю, дом Макса, ну как дом Макса, в его воспоминаниях, в его воспаленном наркотиками мозгу, ну, вы видите, что творится, увеличивающийся внезапно коридор, которого можно избежать бесконечно. Неясно, куда бежать. Там слышно, как плачет жена. Да и убивали. Здесь лабиринт, хрен пойми, куда нужно идти. Но, по-моему, здесь вообще не важно, куда идти. А мы в итоге попадем в одно то же место. Видали? Еще бежим, бежим, бежим. Да, честно говоря, не хотелось бы попасть в этот ад. Просто жуть. Ну его нахрен. Вообще бывают иногда сны, честно говоря, такие немного наркоманские. Так, ну, изменился крик, видимо, мы идем. Ой. А, видимо, идем в ту сторону. Так вот, бывают иногда сны в таком стиле, что или убегаешь от кого-то, или бежишь куда-то, непонятно. Так, ну, я буду придерживаться. Получается, значит, левой стороны. Стараюсь. Сейчас меня направо поведут. В смысле? Ой, надеялся. Так, опачка. Я вернулся назад. Ёмшкин, ты моёшкин. Так, ну давайте сейчас направо тогда туда побежим. Вот уж не ожидал, что вернусь обратно. Честно говоря. Что-то оно там орёт, типа, нет, пожалуйста, Макс, почему? Ну что, это так? У меня просто наушники одеты, из которых звука не идет, а звук я слушаю из колонок своих. Поэтому иногда, извините, перевод может быть какой-нибудь корявый. Левый вообще, потому что я могу что-то не дослушать, как это было с этим наркоманом, который привел нас в эту прачечную. Он говорит, типа, назови пароль. И назвал, собственно, этот пароль, что там нужно сказать. Вот, а я говорю, что типа покажи паспорт, не паспорт. Так что, короче, бывает всякое, вы же понимаете. Надеюсь, я туда бегу, куда надо. В прошлый раз я вроде сюда побежал, не? Давайте уже до конца. Стараемся. Вообще лабиринт.
Твою мать, я опять сюда выбежал. Так, ладно, все, короче. Я не понимаю, как я сюда попал. Я поставлю пока на паузу. Найду выход и продолжу. Так, ну вроде бы я нашел, куда идти. Тут просто нужно было на голос бежать. И с одетыми наушниками я никогда не добежал до сюда. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? Что-то там про труп Лупино. Кстати, сложно было бежать, пришлось несколько раз перезагрузиться. Michelle looked at me from the photo. Что-то... The pictures were filled with good old times. Он говорит про фотографии. Немножко здесь все не так, как было в самом начале. Здесь все стало красное. Твою мать. Фух, аж мурашки опять по коже побежали. А здесь было не так. Ого. Ого, вы это видели? Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Блин, ни хрена себе. На кровавом пути нужно куда-то попасть. Хрена себе он прыгает. Ой, какие. Ай, ё-моё. Короче, сдох. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Что-то там про капитана бейсболиста. Давайте сюда. Еще такое наркоманское. Просто охренеть. Так, нам с ней сюда, да? Здесь дороги нет. Но мы бежим назад. Ляха-муха. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Так, ладно, давайте по той дорожке побежим все-таки. Уверен, что нас куда-то приведет. А, там чуть-чуть перепрыгнем. Так. Похоже. Тихо, 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 чуть не свалился. Туда явно было надо. Там ребенок плачет. Так, я с вашего позволения сниму наушники. Мне надо слышать. Вот и сюда. Я вернулся назад, что ли? Да нет. Или да-да. Нет. No. No, no, please, God, no. А, опять повторяется этот кошмар, это ужас просто. Хрень какая. Не буду я открывать эти шкафы, надо валить отсюда по-быстренькому. Мона, тебя нужно отодрать, блин. За то, что ты заставила Макса все это опять переживать. Конченая тварь. Короче, убейте его. Дезинтегрируйте там. Michelle's diary lay on the table. Дневник Мишель лежит на столе. Мишель это его жена. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry. Her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy. That cute frown on his brow.
Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Да уж. Слишком мы поздно понимаем, как дороги нам наши дорогие, так что... Лучше не доводить до такого. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Это типа Макс сидит у того чувака с бейсбольной битой. Так, первая глава, бейсбольная бита. Bad dream. My head felt two sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Ах ты ублюдок. Да. И ты так получить не хотелось бы. Take me for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. Распрощаемся. Play, you pay, you bastard. Еще побеседуем, ублюдок. The door clangs shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. Все беды из-за баб, как говорится. You tend to get sore. Не за женщинами, но из-за баб. А Мона это и есть баба, в принципе, по большому счету. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. Так, чувствует Макс себя крайне хреново. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Говорит, все, что у меня есть, это только бейсбольная бита. Налитая кровью. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Собственно. Куда нам тут можно? Так, давайте сохранимся. Закрыто. Туда этот Фрэнки, наверное, пошел. Куда он, естественно, пошел? Сюда. Не. Ну, получается, нам только туда. Теперь на него. Твою мать, а как здесь пройти-то? Мы можем пройти только туда, да? Можем подлечиться. Это хорошо. Ну и завалить тех двух придурочков. Кстати. Странно. Сейчас их здесь нет. А где они? Уперся в стену. Кончено. Хорошо.
твою мать. Не сюда. Так, ладно. Я мимо них не пробегу никак, да? Так, стопы. Твою мать. Надо, наверное, завладеть каким-никаким оружием все-таки. Идите нахрен, у меня есть Ингрэм. Что, у меня больше ничего нет? Твою мать, а все ведь так хорошо начиналось. Спешить. Все, теперь поспешим. Да бляха муха, а? Это сложно. What the hell is going on? Может, так попробуем. Да не. Даже не выходит. Здесь, наверное, как-то по-другому. Надо, короче, забирать у него оружие и очковаться. Свидание. Ну все, выходите по одному. Бляха. Надо было сохраниться. Ой, я конченый. Один Ингрэм поднял, ё-моё. Но не буду сохраняться, потому что это бред. Ну вот пришел один опять с Ингрэмом, меня завалил. Как с одного Ингрэма их? Не, надо со спины, иначе никак. Я ничего не поднял. Да. Это проблематично. Но тех двоих я явно не завалю, которые там в комнате стоят. Тот, наверное, дальний меня замочил. Да? Два Ингрэма. Тихо, 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 пошли. Блин, опять херово я себя чувствую. Давайте сюда. Заночкуемся, тех двоих завалим. Все, сохраняемся нахрен. Бляха, муха, надо этого первого валить. Тихо. Да, все, кружили. Фига себе их там. Ага, так, я понял. Я все понял. Ну вы видели. Нормально. Ни хрена себе, с одного выстрела. Так, там вон еще можно было бы поднять. Так, все, поднимаем помповое. Вот меня с помпового и валит как раз. Ублюдочек. Another newspaper caption for a murder scene. Frankie left his calling card. Почитаем. Отдохнем немножко. Next to a sewer passage filled with bodies. You'd better not mess with Captain Baseball, Batboy. Even my arch enemy,
bicycle helmet girl swoons at the sight of me. Aha! There were enough corpses to put a mass murderer to shame. Блин, новая сохранился. Не, ну можно ж. Фига себе. Да я не знаю, ребята, это какое-то говно. Надо в ту дверь попробовать убежать. Бляха, я никуда не уже не убегу. Надо, короче, загружать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, стопы. Все, здесь есть сохранение. Давайте попробуем. Вот сюда убежать нахрен. А лифт-то? О! Беретта, родимая. Вообще получилось весьма неплохо. Если бы я не тупил. Так, все, пошли сюда, так. Все, ушли нафиг отсюда. У меня пуль мало. Где он там? Сохранился. Ладно. Подберем дезерт игла. 5 патронов дезерт игла или 10 патронов Энгрэма. Что же лучше? Так, ну он куда-то туда, наверное, убежал. Ух! Сзади, что ли? Да вообще неизвестно. Не, ну я вроде трох пробежал, там этих не завалил, конечно. Так, там сидит. Не замочил я его. Вот так вот надо было. Где тут? Блин, а он мертвый. Его гранатой завалило. Пуповиком. Завалим же его, да? Где он там? Фух. И вот поэтому, именно вот поэтому я не хотел играть на более сложном уровне. Потому что это полный трындец, вы, ребят, видите. Все. Так. Ну ладно. Пойдем соберем оружие. Ибо это... А, у меня же часики есть. Ладно, давайте пойдем. О, вы ж мои дорогие. Ой, как я вас люблю. Оружие собираем. Боекомплекты. Какая нафиг. Грэм только один. Зато у нас дезерт игл есть. Где он там убежал? Он еще на этот. Мясник. Столько патронов поставил. Блин, один раз у меня попал. Ах, он ублюдок. Все. Больше здесь никого, да? Ну,
нас никого, так пойдем на улицу погуляем. Еще нам. Ухо, полицейские. А меня тут и не было. Это не я. Опять отель. Что у нас вся игра с отелями связана? Things were fast going from bad to worse. Дела быстренько идут из хороших в плохие вообще хреновые. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Well, так. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Так, ну что ж, ладно. В гостиницу мы опять вернулись, и я думаю, на этом серию пока прекратим. Потому что что-то было очень много боли в ней. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Надеюсь, не замучил я вас своими конченными сотнями перезагрузок, загрузок. Вот. Встретимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Всего вам самого наилучшего. С вами был Игорь. Пока-пока.